Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Bintrix, который у нас находится на предстарте. И в этом видео я хочу показать, как размещать, ставить свою рекламу, баннеры. Так как это у нас еще и рекламная платформа. Вот, ну, здесь вот участников. Сколько старт через 4 дня. Здесь идет отсчет времени. Значит, и что? Я зашла, друзья, здесь. Так, цена. На 100 рублей. Вот. На генерал. И здесь у нас структура общая. Это значит живая очередь. Краткое видео я записывала. У меня есть на YouTube-канале. Я же войду в кабинет. И сейчас все вам покажу. Так, войти. И покажу, как размещать рекламку. И выведу реферальные начисления. Значит, я активировала уже все. Вот у меня пришло 6 человек партнеров. И 150 рублей у меня реферальный бонус. Статус у меня активный. Я это все показывала. Также можно оставить отзыв. Я выведу сейчас денежку, поставлю на вывод. И, конечно же, напишу отзыв. Так, значит, давайте я сначала поставлю на вывод. Не знаю, как он пойдет, этот вывод, как долго. Так, промо, пакеты, выплаты. И что у нас здесь по выплатам? Значит, сразу здесь написано на балансе 150 рублей. Сюда, значит, мы прописываем Payeer кошелек. И сразу нажимаем вывести. Никуда здесь, сразу все денежки спишутся. Нажимаю выплатить. Выплатить. И что мне напишут? Страничка обновляется. Воссоздан. Тщательно. Вот здесь написано «Ожидается». Так, теперь давайте перейдем непосредственно к рекламе. Так, пакеты я показывала в прошлом видео. Реклама. Покажу, как ставить свою рекламку. Я вчера уже... У меня вот здесь моя рекламка. Стримка же я рекламировала. Так, опускайся ниже. Назначено. Вот у меня 300 показов пробных я ставила. Здесь также клик в один. Кто-то вот за кого-то заинтересовал проект. Ну, можно и удалить как бы. Давайте я это удалю. У меня все 300 показов уже использованы. Я новую рекламку создам. Значит, иду вот сюда. Проект, который я буду рекламить. Значит. И что? Я копирую ссылочку на баннер. Так, еще не скопировать. Так, аккуратненько я копирую ссылочку. Здесь баннер 125 на... Ой, ё-моё. Так, 125 на 125. Скопировала баннер. Перехожу. Так, баннер удалю. Опять нажимаю на рекламу. Вот такие, видите, здесь рекламка. Баннеры. Сюда мы вставляем URL-баннера, реферальную ссылочку, какую мы хотим проект рекламировать. Так, вставить, вставляю. Вот у нас ссылочка. Так.
Далее опускаюсь ниже. Сюда я вставляю непосредственно реферальную ссылку. Вот это вот моя реферальная ссылочка. Также аккуратно копирую. Ничего, здесь не надо ничего стирать. Вставляю реферальную ссылочку. А сюда выделяю уже показы, сколько я хочу сделать показов. Мне на 100 рублей я зашла. Вот пакет я купила за 100 рублей. У меня 50 тысяч показов. Сейчас на данный момент у меня 49 тысяч 700 показов. Я ставлю сюда вот эту уже цифру. Я, друзья, не забываем стирать. И сюда я ставлю 1000 показов. Вот. Так, укажите количество показов и нажимаю предпросмотр. Вот сюда. Кликаю. Так. Если баннер отображается правильно, то нажмите «Отправить». Все, у меня правильно, вот мой баннер. Нажимаю «Отправить». Сейчас страничка опять перезагрузится. Баннер отправлен на модерацию. Давайте я нажму рекламу. И вот таким вот образом мы рекламим свои проекты. За 100 рублей 50 тысяч просмотров. Это, конечно, хорошо. И вот моя рекламка. Назначено показов 1000. Использовано показов пока по нулям. И на модерации. Как только одобрится, моя рекламка покажется вот, ну, вот таким вот образом. Увидим, да? И люди будут заходить, кого заинтересует, конечно, будут кликать и вполне вероятно, что зарегистрируются. Так, ну что, давайте перейдем в раздел «Выплаты» и посмотрим мой вывод. Так, вывод ожидается. Как вывод, друзья, придет? Я скопирую и размещу ее видео в комментариях под видео. Вот, потому что проект платить я уже лично видела. Как бы выводы. Ну вот, ожидается. Ну, потому что значит в ручном режиме. Но еще и время раннее, возможно, всем как бы модераторы еще отдыхают. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.